Грулы. Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Stranger the Arrival. Я нажал начать игру, и надеюсь, это означает продолжить игру, а не начать игру заново, иначе я не выдержу. Стоп! Вот, хорошо. Ага. Мы здесь, мы готовы выживать. О, нет. О, светло! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Замечательно, все, бежим. Нам фонарь не нужен. Музыка началась. Кто играет здесь? Кто играет музыку, когда? Должно быть тихо. Я хочу слушать пение птиц. Смотрите, камера почти села. Я так понимаю, вон маяк, вышка, маяк-вышка. Я так понимаю, к концу игры у меня тупо сядет батарейка, и мы будем смотреть не через камеру, а просто будем смотреть через своими глазами, собственно. Это что это? О, записка. Кейт, я оставляю эту записку на случай, если ты проснешься сегодня ночью. Уверен, ты вспомнишь, что произошло. Я зашел проведать тебя и нашел в парке за домом. При тебе были сломанная видеокамера и сумка, полная странных рисунков. Я не знаю, что там произошло, но теперь ты в безопасности. Врачи помогут тебе. Так, камера? Стоп, это я, что ли, Кейт? Я Кейт? Я женщина, оказывается? Я в замешательстве. Так, темнеет, что ли? Я не понимаю, мне кажется. Я правильно спускаюсь вообще? Так. Неужели это я, Кейт? У меня... Да, я же хожу, собираю эти рисунки, записки и прочие страницы вот эти собирал. Так. Это странно очень. Куда мне идти? Правильно ли я иду? Вот туда вниз? Я ненавижу спускаться с обрывов. Это опасно же. Так, нет, мне не сюда. Да, мне не сюда. Черт подери, куда же без этого? Вон там вот нет травы. Почему не зумится? А, зумится только когда я иду. Когда я бегу, зумить нельзя. Понятно. Вон, я видел, я понял, все, вон, туда. Какая местность странная, знаете? Обычно в играх не делают такие местности, то есть делают что-то более такое понятное и ровненькое, чтобы можно было спускаться. Ну вот теперь вот нашли это место. Все равно крутой спуск довольно-таки получается. Вот тут бы на велике бы прокатиться, да, замечательно было бы. Как-то один раз я катался на горном велике. По таким же местам, недалеко от дома, есть овраг такой клевый. Вот огромный овраг, прям. Так вниз, вверх, и там лес повсюду, очень круто, маньяки, которые любят свое достоинство теребить. Почему я так быстро пробежал? Резко. Так вот, которые любят теребить в кустах. Кстати, да, мои одноклассницы рассказывали, да и многие знакомые девушки рассказывали, что вот в районе там, вот в этом, где лес, стало очень тихо. Где этот лес? На них часто смотрел из-за кустов какой-то маньяк, который ублажал себя при этом. Это жесть какая-то. Так, куда мы идем, собственно говоря? И почему мы так резко стали мочь бежать очень быстро? Мне не нравится это. Сленди? Сленди, это ты? Сленди, не надо. Я только что понял, что я женщина, и теперь я знаю, что ты хочешь со мной сделать, и я не согласна. У меня есть свои права, я знаю свои права, понятно? Только попробуй, я тебя засужу. Засужу, отниму все твои деньги. Смотрите, табличка. Рад, что тебе лучше, но этот дом слишком близко к лесам. Он сильно изолирован. Ты должна уехать. Я знаю место, где, как мне кажется, ты будешь в безопасности. Я пойду с тобой, потому что в моем доме теперь тоже небезопасно. Я наглухо забил все окна, но до сих пор чувствую себя незащищенным. Я уже несколько недель не могу нормально спать. Я так устал. Давай уедем отсюда, Кейт. Обещаю, я позабочусь о тебе. Все, я практически уверен, что мы это и есть, Кейт. Почему стало так вот? Так тихо, непонятно совсем.
Сленди, не стоит. Не стоит горячиться. Опа, опа. Так, флэр. Сейчас будет плохо мне, да? Я буду через пещеру идти. А тут летучие мыши всякие, шахтеры, что еще страшнее. Нет. Это вот этот валун издает шумы. Что с ним не так? Блин, мы еще, я так чувствую, не скоро, да, дойдем до вышки. Блин. Какого фига? Опа, смотрите. Я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть. Кто это писал? Вырезка добавлена в альбом, ее можно посмотреть из мини-альбома. Ты это видишь? Конечно. Опа, записка номер 11. Снаружи. Я должен умереть, прежде чем оно поймает меня. Прости меня за все, это моя вина. Все вытекает из моего затылка. У рук есть зубы. Пожалуйста, никому не рассказывай, я любил их. Оно возвращается, прячься. Что? Чего же за... Что за месиво, у рук есть зубы? Что за телек? Кто там что-то делает рукой? А, это кто-то пишет. Это Кейт? Она рисует. Черк, черч. Нет! Нет! Он здесь, она сказала. Короче, надо закрывать окна. Боже мой! А! Вот музыка заиграла. Нет. Нет. Он меня убьет, да? Почему нельзя так? Но странно. Думаю, надо все окна закрыть. Я не знаю, что... А, так, ослепить... Ослепить врага можно. Окей. Как? Вон он стоит! Ух ты, уродец! Сленди, уходи! Я полицию вызову сейчас. Так, это... Ох, какие клёвые игрушки. Так, он все еще там? Все еще там. Как мне открыть дверь гребаную? Вот. Так, и здесь окно тоже, да, закрыто ведь? Только он здесь где-то? Нет. Фух. Они все закрыты, все окна. О, боже мой. Сленди? Сленди, ты там? Ушел. О, вон он стоит! Я видел его ноги! Такие классные, подкачанные ноги. Смотрите, здесь все, все окна закрыты. Нафиг мне... Я не понимаю. Я не понимаю, они все закрыты. Зачем мне? Я открыть даже не могу, чтобы потом закрыть. Как так? О, он там! Нет. Что еще должен сделать я? Может быть, надо еще какие-то записки находить параллельно? Там что-то такое вроде было написано, разве нет? Надо закрыть. Дверь. Входную. Чтобы Слендер не вошел. А! Две из восьми дверей, окон закрыто. А, надо закрыть все. Все подряд. А! Вон он! Урод! А почему я могу на него смотреть? Ой! Ой, что происходит? Тебя засняли, ты понял? Ты понял? О, нет, 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 на него нельзя все-таки смотреть. Все-таки нельзя. Все-таки не стоит. Хорошо, не буду, прости. Прости.
он стоит? Ага, он специально стоит, чтобы я... Блин! Хорошо, мы не смотрим на него, пошел нафиг. Ага, Слэнди, вот так я умею играть. Ушел? Он ушел, зашибись. Так! А! Куда открыл дверь? Нет, 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 нет. Где я допустил ошибку? Как он меня так убил? Он здесь. Окей. Закрылся. Да, мы сейчас все закроем, не боись, девочка. Стало светло. А, вот, это баг был, понятно. Вот теперь все хорошо и светло. Быстро это делаем. Делаем супер быстро. Супер мега быстро. Быстрее всех. Здесь закрыто, закрыто. А, открыто. Так, все, не сметь! Ох, он падла. Он прикрывает тут дверцы мне. Здесь есть все. Закрыто. Надо эту дверь будет закрыть входную. Тут кажется окей. Ага, а вот еще какая-то дверь есть. Опа! Блин, я боюсь. Я просто не понял, как меня поймал. Я поэтому не знаю, что делать, если вдруг снова придет. Может быть, надо закрывать еще дверь за собой, когда вхожу в комнату? Тогда он не сможет пройти ко мне. Давай, давай, скорее. Так, не сметь. Опа. Опа. Ага! Получилось. Мы смогли. Да, укрыться в комнате! Надо бежать в комнату, быстро! Быстро! Быстро, 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 быстро! Так, давай, закрывай, закрывай дверь! Почему ты? Все, мы закрыли. Все, получилось, мы выжили. Закрылись, и вот теперь, да, если он будет там, мы сейчас быстро закроем просто дверь перед собой. Все, он ушел. Он 100 пудов там стоял, потому что... Да, потому что... Потому что здесь окошечки открытые. Сколько осталось? Он уже внутри, тогда я пошел наружу. Нет, я неправильно делаю, что это... Что? Сколько? Что я должен сделать? Что я должен сделать? Народ, подсказывайте. Какого хрена? Что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. О боже мой. Я везде все... Обратно в комнату залезть! Правильно я сделал? Да! Нет! Окей, ребят, на этом мы с вами закончим играть в Slender The Arrival. Увидимся в следующем выпуске. Я чувствую, что игра уже близится к завершению, поскольку и камера у нас разряжается по максимуму почти. Так что... Конец будет очень скоро, возможно, даже в следующем выпуске. Оставайтесь со мной, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйте друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. Давайте 5. Вы готовы? С вами был Юджин. Всем пока. О, труп. Задокументируем. Нет, это просто куча говна. Давайте, открываем. Что за херня?
кто-то!